Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находятся часы Honor Watch 4. И сейчас я покажу вам, как включить и настроить... вернее, включить или выключить режим «Не беспокоить». Итак, мы свайпаем вниз, ищем здесь режим «Не беспокоить». Он выглядит как полумесяц. И нажимая на него, мы можем его включать и выключать. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.